ЧП на юге Польши. В жилом трехэтажном доме в городе Щирке произошел взрыв газа. Он вызвал обрушение конструкции и пожар. По последним данным, в доме находились 8 человек, все они пропали без вести. Очевидцы говорят, что мощный взрыв можно было услышать за много километров от места происшествия. Около сотни спасателей разбирают завалы и разыскивают пропавших.